эту минуту ему показалось, что пиковая дама прищурилась и усмехнулась. Старуха! Что Руслан Гончаров на льду был Александром Сергеевичем Пушкиным, понятно. И вот эта смерть на Черной речке, она тоже ясна. А Мария Петрова, это же не пиковая дама, это, пожалуй, собирательный образ всех романтических героинь Александра Сергеевича. И ей музой поэта было очень комфортно. Ну и, конечно, нельзя не отметить, насколько черная к лицу Марии, как она блестяще выглядела на льду. Лена, какое у вас мнение? Ну, в общем-то, да, пара получилась красивая, и Руслан выполнил парные поддержки. Но как-то мне все-таки не очень вдохновил номер, потому что хочется немножко побольше сложности. Мария?